Ребят, добрый вечер. Я заранее извиняюсь, что этого не было в прямом эфире по некоторым причинам. Но я решил, что для вас, наверное, это будет достаточно интересно. Ну и, соответственно, решил записать свой заход в легенду, соответственно. Таким образом, поднимались мы, чем только не поднимались. Были... Соответственно, драконовары, были мидхантеры, была даже, господи, Miracle Rogue, Midrange Hunt, Tempo Mag, всем. Этих вот не было, Бапладина не было, Шаман. Ну и, соответственно, Шаман Кинг, конечно же, больше всего вылю принес, на нем самый большой винрейт. На этом шамане и на том другом. Ну, на всех шаманах, которые вы видели на моих стримах. Ну и легенду я решил добить чернокнижником, видимо, надо все-таки продать душу дьявола, чтобы ее себе получить. Ну и таким образом, возможно, нам сейчас удастся это сделать. Если не удастся, то я просто нарежу на момент, когда удастся. Паладин, это не самый плохой матчап для нас. Тем более, если мы сейчас найдем себе безумного алхимика. Это вообще идеально будет. Оставим один третий дроп на всякий случай. Он себе тоже много свапнул, скорее всего, это контроль какой-нибудь опять. Вряд ли это бабла один. Тем более, все-таки. Ну хотя 3000 легенда. Не исключено. Если здесь будет Doomsayer, у меня единичка выживает. Знаете, Doomsayer через монетку тоже достаточно сомнительное удовольствие. А мне бы. Угу. Так, раз, два, три, четыре. Мне все равно не хватит на следующий ход, если там будет Doomsayer. В этом проблема, да? Некоторые есть. То есть, но с другой стороны, почему бы и нет? То есть, там может прийти переполняющая мощь, может прийти Soulfire тот же, и тогда Doomsayer для нас не проблема. Но там не то, ни другое. А что же там? Ну, это Мурлоки. Обычный контроль Мурлок, это сейчас вообще для нас легкая, по-моему. А, правда, есть шанс, что мы единицу урона пропустим, но это мы никак не можем законтрить. Нам в любом случае нужно убить этого Мурлока. Нет, хорошо, мы ничего не пропустили. Так. До консекрейшена еще не скоро. Можно попробовать поставить один, это даст нам дополнительные три единицы, потом мы просто его можем не разыграть уже впоследствии. Попробовать продавить. Товарищам. То есть там сейчас может быть ну, яростный пиромант вряд ли тот вариант, который нам нужен. Бейсник Рока. У меня ровно 7, то есть это его ненадолго замедлит. Давайте попробуем. Ну нет, уже надо выставляться на стол. Там следующий ход Consecration. То есть этот парень будет чуточку лучше. Здесь он просто. Даем. Даже единичка останется по лицу. Окей, Consecration сейчас убивает. Дает ему единицу урона в лицо. На столе у нас 2-2 и 1-1. Неплохо, достаточно. Он опять-таки теряет ход. Злок оказался, на удивление, очень продуктивным достаточно классом. Сейчас у него одна уе вышла. Можно не особо переживать. Если там будет Эквалити... Ну, только насчет эквалити бояться, может, давать пока не будем, тогда ее ставить на следующий ход сыграем. А, здесь держим и крестьянин, неплохо. Да, Драконодор можно было взять в расчете на... в расчете на переполняющую мощь и, соответственно, 10 единиц урона по лицу. Окей, это пока не страшно. Еще. Мелотворец Адор тоже не особо, потому что мы его сейчас разбафаем, соответственно. Это еще и защитник Аргус у нас приходит. То есть мы идем в размен вот сюда. Ставим таун здесь, чтобы сохранить этого парня. Он будет продолжить бафаться. Разбиваемся 3-3, который не даст нам ничего. И идем, наверное, в еще количество, больше количество атаки. Я думаю, что да. Думаю, да. Хотя, знаете, можно никак... Вряд ли мы сможем здесь. Хотя, почему бы не поконтролить, да.
А смысл его убивать нам есть вообще? 3-3. То есть я не думаю, что здесь есть большой смысл убивать именно 3-3. Какую-либо. Что он ему может сделать? Бафнуть? Ну, это не такая критичная проблема, опять-таки. Давайте просто пройдемся по лицу. Особо не будем раздумывать. На следующий ход у него может быть конь, который даст ему максимум 10 хп. Вот он равен с твоей quality. Ой, соответственно, у пиромансер quality. Не очень приятно будет, поэтому здесь был бы вот этот неплохой парень. Ну, сейчас нам надо просто нанести ему 2 урона как-то. Сначала тапнемся, конечно. Always tap first. Таким образом, если у него нет хила, если у него нет еще одного АУЕ, то у нас все достаточно неплохо, и мы легендерите. Хил есть, а намного ли? Все, возложение рук будет для нас самым плохим. 6. 6 достаточно критично. Soul Fire, это дает нам 8 единиц урона. А здесь на столе у нас 1, 2, 3, 4, 4 плюс 4 плюс 4. Не хватает немного, да? 4 плюс 4 это 8, здесь 9, 10, 11, 12. Ну, можем достать с... что-нибудь интересное. Торговец с кинжалами, да. Торговец с кинжалами может попасть просто-напросто ему в лицо после того, ну, 50 на 50 шанс, после того, как умрет у нас 5-5. Из него вылупится пацан. Не вышло. Очень жаль. Ну, тогда ждем. Соответственно, он сейчас может дать возложение рук. Это хил еще на 8. Да. У него будет 9 хп. У нас есть еще одна переполняющая мощь. Стол он может зачистить через, опять-таки, Consecration. Он забрал спел за 3 маны, то есть это не она. Тирион Фордринг. Угу. Так, ну давайте посмотрим, что у нас там придет. Мы это убиваем. Но опять-таки нам просто нужен топ-дек, допустим, Стража Ужаса. Но мы бы уже выиграли, если бы нам повезло чуть раньше. То есть 50 на 50 был шанс. Терена мы обошли. Сейчас может быть еще запретное исцеление на 18. Но это возложение рук тоже ничем. Дальше у нас может быть гигант за 8, соответственно. Окей, это не Страж Ужаса. Ну, сейчас просто можно выкидывать на стол существ, как бы. Надеяться, что ему повезет чуть меньше, чем нам. То есть пока нам не везет, да, у нас у паладина все хорошо, у него есть запретное исцеление, он это все переживает, топ-декает, соответственно, топ-деки свои. Ну а нам ждать по 2 топ-дека заход. Ну как, это нельзя назвать топ-деками сейчас. Да так, достаточно неплохие карты, как раз таки 6 урона плюс единичка вылупится оттуда последствием. Ну, Злог, в принципе, показал себя неплохо, как мы видим. То есть, если бы нам повезло чуть раньше, то есть, выпал бы нам Морел, а не Орешка, то мы, допустим, выиграли бы его уже тогда. Но выпал Орешка, соответственно, попало в 4-4. Мурлок. Возложение рук еще одно. Окей. Здесь идет размена в лицо уже даже, смотрите-ка. А на 14 хп это не так уж и много. То есть мне нужно переполняющую мощь найти или что-нибудь подобное.
Щитник Каргуса идет здесь. Вот Страж Ужаса есть у нас. То есть, так, на следующий ход, типа, есть, вроде как, летал, да, ну, запретное исцеление, даже отдал, все равно сжегся один Мурлок у нас. Смотрим. Сможем ли мы додавить этого паладина? Ну, я сомневаюсь, что у него нет запретного исцеления, то есть, хил на 20, как бы, я дальше ничего не делаю особо. Несмотря на то, что мы даже разобрались с Тирионом без особых последствий. Разобраться с уже с хилом паладина — это проблемно для всех классов, вне зависимости от кого бы то ни было. Мучающиеся коды здесь есть. Хил тоже должен быть, иначе он проиграл, конечно. Он должен понимать, что там есть нечто вроде таких парней, Стражи Ужаса, которые типа наносят миллиарды урона. Так что им нужно действовать быстрее, хиляться. Либо еще... Нет, коня он не может, конь 6 маны стоит, поэтому... Если он даже хил на 10 хп, ему будет критичен. Для меня, точнее, критичен, конечно же. Лол, братцы. Но в таком случае это легенда для нас. Спасибо, что поддерживали меня в качестве Hearthstone плеера. Первая моя легенда. Остановились мы на 4-м ранге в предыдущем сезоне. Ну и в этом сезоне мне удалось с помощью всех этих карт осуществить задуманные нами. Вот. Стримы будут продолжаться, я думаю. Не знаю, во что мы будем играть, но обязательно, думаю, будем. На этом все. С вами был Владимир Double D. Если быть точным, D. Да, Double у нас, к сожалению, погиб. Но это все. Лирика. Успехов, братцы.